Да, а у меня тут гости в моем убежище. Вперед, парни, обыскать квартал и убить все подозрительное. Вперед. Что это за дерьмо? Стражи? Здесь? Зачистите свое убежище, уничтожив всех врагов. Это мое любимое занятие. Уничтожить всех врагов. Приступаем, да? Блин, надо, наверное, того было сначала. Или как? Ну, монетку вижу одну. Так, алло, а я куда здесь буду прятаться-то? Куда прикажете прятаться? И куда этот идет теперь, товарищ? Здесь некуда. Вниз пошел, дурачок. Ах ты гад, ты же у меня в доме, чё ж ты ссышь тут? Tasty. Паршивец. Спасибо за элик. Ладно, монету я эту заберу. Что она здесь будет лежать-то? Спасибо, Покет. Что вы там уже? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, постой там немножко, а? Постой еще немножко. А, нет, он не под... Ну ладно. Так неудачно там ходить это. О, рыцарь пошел, отлично. Бац. Был рыцарь и нету рыцаря. Так, как теперь? Тихо. Кто меня там видит? Никто никого не видит уже. Ой-ой-ой, а как? Куда же он пошел-то, а? Пошел-то ты куда, друг мой? Не-не-не-не, так не пойдет. Куда это он идет? Нет, это, прямо это он очень удачно пришел, прямо очень.
Давай-ка. А это уж как теперь? Да ё-моё, не-не-не. Как же я тебя не заметил, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Где они, блин, все? Куда они делись? А, угу. Ну да. Вот один. Третья. Что-то я в собственной канализации не знаю, где монеты лежат. Бардак. Бардак у меня дома. О. 4 рейдера. Здравствуйте, рейдеры. О. Еще один рыцарь где-то есть или как? Ой. А, да, вот рыцарь ходит, точно. Еще надо его как-то выманивать. Вот, все-таки здесь есть одно задание, где нужно убить всех. Хоть оно и дополнительное, ну ладно. Я сохраню здесь, именно здесь, чтобы не бегать потом. Идем. Сюда не подошел. Не-не-не, так не годится. Так не годится. Спасибо за элик, Black Knight. Или грохнуть этого сначала. Так где же они, блин? Ну, рыцаря я вижу, ладно. А тут как-то неудачно они стоят так. О, нормально. Нормально, нормально. А, так просто. Ну тогда хорошо.
Оу, а ты откуда взялся? Уже один остался, по-моему. Ругаются на меня за что-то. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе, стрим. Чего вы там ругаете? Чего он там ругается на меня? Нехорошими словами. Всякими. О! Блин, он почти под... Почти там, где мне надо. Но не совсем. Искать спокойно, не парясь монетки. Где-то там было на... Где-то я видел там... О, вон там лежит, да? Я на деревяшке. На деревянной платформе одна. Ну, вернее... Достать ее можно с деревянной платформы. Это 4. Оп. Отцепись. Вот здесь она. 5. Тут нет. Еще дофига. А, вот еще одну вижу. Шесть. Вон еще одна на трубе. Допрыгну я. Сейчас проверим. Да. Это 7. А вон еще одно вижу. 8. Ладно, берем то, что видим пока. Как отсюда, как отсюда слезть только? А, вот там есть. Где я ее видел-то? Где-то здесь. Нет? Да, вот она. Вот она, моя прелесть. Еще 2. Еще 2. Ку-ку. Нету? Там же ниже ничего нет, по-моему. Там, правда... А, вон лежит. Ах ты, зараза. Блин. Ну...
Ну ладно. Ничего не сделаешь. Где тут слазить-то надо? Здесь? Или не здесь? Да, вроде здесь. Чего ты? Чего он начинает? Не? Только что ж было там зацепиться. Ладно, можно и так. А где? Здесь, что ли? О. Ладно. Ну, там. Бокс один есть уже, да? О, вот она. Прямо на выходе. Я могу еще долго искать. Так, все здесь, да? Если чистить убежище, бить стражу, реликвия. Это на обратном пути, это другое. Это на обратном пути, это на последнем уровне. Тут какой-то странный перевод. Если я найду этого Кербера, то на шаг опережу Стикса. Не знаю, для чего он ему понадобился, но, похоже, дело важное. Ты монету пропустил, Стикс. Значит, ты думаешь, что я просто марионетка, что я буду танцевать, если меня дергать за ниточки? Ну, берегись, иначе я спешу на твоей могиле. Подожди, куда пошел там монета сзади? Солдаты, будьте начеку. Аарон ясно сказал. Возможно, происшествие в тюрьме связано с одной из эльфовых тварей. Кербер не должен попасть к ним в лапы. Лаборатория же где-то недалеко. Но где именно? А что если поболтать с этим солдатом? Кажется, он здесь главный. Так, слушай меня. Ситуация такая. Я задаю вопрос, а у тебя будет один шанс ответить. И давай покороче. Где Кербер? В комнате с росписью. Там была монета где-то, вот она. Я потом с ума сойду и разыскиваю. Так, хорошо. Чу-чу. Что-то было там. А, это рычаг. Я же его не смогу убить. Тихо. Я его не смогу убить. Это был несчастный случай просто. Я надеюсь, он сюда не посмотрит. Ладно, я на всякий случай сюда. Конечно, никого. Он оступился. Там во второй части прикольные комментарии.
Особенно когда Стикс умирает. Там вообще шедевры. Прям. Как бы тебя так это... Привет-привет, Карл. Ну вот как? Никак, да? Ну, одного можно, ладно, ножом. Второго. Hello, Red Fox. Ну, того спящего бы ножиком, да, так? Чик. Не, не пойдет. Thank you. Thank you. Да, мана это уже необходимо сейчас. Нет, так не так плохо. Надо как-то по-другому. Как можно по-другому? О, тут какие жуки серьезные. И в каком количестве. Таракашечки. Да я ж не, я ж ничего не говорю. Это так. А ты как сюда телепортировался? Так нечестно. А как он здесь оказался? Нет, так нельзя. Так нечестно. Так, а наверх сюда можно же забраться как-то? Тихо! Сердечки. Да, у меня есть. И по одной можно забирать каждый день. Ну, я имею в виду там стримеров, которые в команде. Надо как-то сюда позаманивать кого-то. Ну, в принципе, можно этим клоном, да? Давай попробуем. Что-то я так, по-моему, никогда не делал здесь. Спешить некуда. Да что такое? Спрыгни вниз просто. Во.
вообще никого не убил. Ни одного. Зато шуму наделал. На все подземелье. Ужас. Да не говори, самому стыдно прям. Ну ладно, где этот Кербер-то, я знаю. Вон там, комната с росписью. Вот тут сколько их, паразитов. Может, сейчас с этими жуками как-то разобраться. А жуков сверху можно убивать или нет, интересно? Я никогда не пробовал. Блин, куда он пошел-то? Можно. Опа. Надо у жуков сразу меньше стало. Это уже результат. Да. Дихлофосом тут не обойдешься. Тут нужно... Я знаю, что... Пушка. Куда ты пошел? Иди сюда, моя рыба. О, этот ничего не услышал даже. Ну и хорошо. Все. Это уже лучше. Там еще внизу, правда, есть, но... Все равно, а то они сбегаются на шум. И портят мне всю картину. Угу. Ну, может, теперь попробовать? Где-то было здесь. Тихо, никого нет. О, где папе тоже проблемы со слухом. Ау, ребята. Чпок. Ну вот. Ай, блин. Что такое? Так было хорошо все. Так все было хорошо. Ладно, я еще раз попробую. Не надо было прыгать просто на него сверху, да и все. Так, кто там не глухой? О, да ладно. Ну ладно. Вон, сбежались. Хе-хе-хе-хе.
новичком одним меньше теперь. А тут все спит. Там стоит. Ну. Стоишь. Все. Кстати, где-то был. А, я его выбросил в пропасть. У него... А у него был ножик. Ай-яй-яй, беда какая. Так, а где эти здесь же делись? Тут же двое где-то разговаривали, но один там что-то долбит с ней. А второй-то где? Где там шляет? Где он там шляется? Где там рабочий? Ты же один здесь? Да. У тебя ножика нет? Нет. Ладно. Нет, так нет. Сколько я взял? Три. Три монетки. Обыскать мастерскую. О, она здесь нет. Возможно, в мастерской что-то ценное. Стоит туда зайти. Может быть, может быть. Только здесь народу. Что-то слишком много. О!
Это и удачно. Ой, я не хочу здесь вылазить. Мне не нравится тут. Там где-то был еще один проход. Или нет? Нет. Это выше, что ли? Ладно, я попробую тут выбраться. Здесь что? Тут вообще ничего нет. Молодец. Да, они там делись-то, они же сюда шли. Сразу двое. Ой-ой-ой-ой-ой, опять что ли? Сейчас меня спалят. Давай, давай, иди. Какие они все неторопливые, медлительные. А я так до него не достану, да? Странного. Ничего странного. Так, у тебя нож был. А, я забрал у тебя нож. Уже все, да? Ладно.
Пойдем, тут удивляются, что трупы валяются. Пойдем. Так это не прокатит, конечно. Да? Да, не прокатит, конечно. Надо как-то наверх. Ну, через верх оно всегда веселее. Еще один бокс. Поздравляю. Кто там? Чё это они так нервные такие? Все ж хорошо было. Ничего подозрительного, говорят. Ну да. Они его не видят там за угла. Ну и хорошо. Так, Финн. Следующий на очереди. Как здесь? А, здесь. Вот тут можно. Все. О, и тут еще страдалец один. Ой-ой-ой, все, я ухожу. То они сейчас там будут нервничать что-то. Чего-то. На ровном месте. Че, они там разошлись, что ли, уже все? О, там еще одна таракашечка есть.
Кто храпит-то? Это вот тот храпит, что внизу-то громко? Или где-то еще один? А, вот он. Да. Ты чё из-за таракана-то переживаешь, а? Ты скажи спасибо. Понятно. Еще один боксик, да? Да, там эти, там боксы справедливые. Здесь нету монеты. А, вон монета там впереди. Там орк спит. Странник, поздравляю. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Оп. Там нож, кстати. Но я боюсь, что сейчас мне этот орк бошку-то откусит. Не откусит. Нормально. Проканала. Да, я тоже надеюсь. Ну, это как с гачей, знаешь. Везет, 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 потом не везет. Как с любой лотереей. Что ж. Свистун. Начинаются обвинения беспочвенные.
там все начинали с 5L, а как же? Как же по-другому? Шестнадцать. Шесть монет, да? А, тут еще вот этот долбит стену. Такая приманка. А им по барабану. А, я понял, рейд. Хорошо. Ну как вы так неудобно расположились-то, а? Смотри, оживился. И спать лег опять, правильно. Это правильно. Там внизу, кажется, нож есть. Мне так кажется, почему-то. Я все правильно увидел. О, куда это я? Вон монету вижу. Так, еще 3 монеты надо найти. Где-то. Где-то, где-то. Это я сделал. Это не здесь. Еще побегаем.
я был. Явно. А, так может там еще. Там, наверное, как минимум одна монета в комнате. Правильно? Ну, наверное. То есть надо где-то еще две хотя бы найти. Две монеты. А я отсюда брал снизу? Еще кто тут еще живой? О, привет. Ой, вас тут двое, извините, ребята. А как это так случилось, что вы еще живы? Ну там и, по-моему, монеты наверху нет. Нет, ну как вот. Так долбят, что ничего не слышат. Ладно, посвистим. Hey, ну, такое себе, конечно. Да. Да. Паразиты. Ну как? Well, I must have been dreaming. Ну ладно. Блин, я еще и не попал. Наверное, он где-то рядом, наверное. Даже ближе, чем ты думаешь. Так, тут нет монет. Есть. Ой. Ну ладно. По-моему, тут же все, никого живых нету. Так что им, в общем-то, все равно. И у меня тоже всегда темное, что там белое. А что там? О, еще одна монета. Блин, мне даже интересно стало. И сюда. Здесь чего-то. Какая-то ловушка. А тут можно наклона оставить, да, просто? Мне так кажется. Я ж помню, что здесь ловушка. Пока еще помню. Опа. Shit, it's a trap. Да-да. Mm.
Не-не-не, а клон. И все. Делов-то, вот тебе и монета. 20-я. Ну, то есть 10-я. Это я выпью. Это я заберу. Выходим. Все же вроде? Вроде все. Пошел мультик. Ловушка сработала. Иди забери тварь. Точнее, то, что от нее осталось. Наверное, она была опасна. Еще немного и добралась бы до виадука. Но ума не хватило. Отлично. Попался, который кусался. О, нет, мой друг. Кусы только начинаются. Стало быть, виадук. Стоит взглянуть. То есть мне теперь просто надо выйти отсюда, да, с уровня, да и все. И не убить вот этого? Как его? Это ведь не может быть такого. Как это его не убить? Ой, там рыцарь, серьезно? Почему-то. А чё ему там нехорошо? Я ему ничего не давал. Чё-то вы меня заинтриговали. Прям. Я хочу этого еще убить. Можно? Последнего. Негритёнка. Все. Ну, теперь здесь уже никого не должно остаться, уж точно. Эти два тут материализовались, чтобы мы ролик посмотрели. Я теперь могу идти? Так, русалки закончились уже, что ж поделаешь, вчера. Все вышли. Все, выходим. Еще русалки. Я не знаю, какие там еще подводные такие.